Она у тебя же есть ткань. Лизе идет такой цвет. Дама? Красиво вообще. Она же девочка. А что так печально? Грустно. Она хочет на качели. Все, все, не надо, не надо. Давай. Иди ты на качели. Иди. Не грусти, иди садись. Ну-ка посадите, чтобы она не влужила. Гриш, посади. Сейчас, Тань, посади. Вот так. Держись. Ма, сильно не надо только. Не, мы быстро будем. Не, не надо, быстро говорю. Быстро будем. Угу. Лиза, мы будем быстро? Ну, у меня голова закружится, надо быстро. Держись, держись. А ты что тут пишешь? Кучки. Какие кучки? Бабушки. У нее в руке. А я даже не упаду. Не упадешься, конечно. Ты же держишься. Зачем ты будешь падать? Ты держишься, катаешься. Очень-очень. Да. Так смотрит. Сними свое лицо. Ну все, пока. Ты не так хотела сказать. Селфи, селфи. Ты ж не можешь, чтобы не съязвить. Селфи, селфи, селфи. Я не. Конечно. Сань, что ты выворачиваешь со мной? Саша, а ты когда поедешь? Ну, сразу же. Как каникулы начнутся? Ну, да. А у тебя с какого? Ну, это очень сами, наверное, где-то 28-го. Зачем ты там нужен в Москве? Сиди тут. Вот я тоже что думаю, на самом деле. Mm. Ну, просто захотелось еще. А что он тут будет сидеть? А что он там будет сидеть? А тут что? Там я вообще пойду обучаться. Нет, да как он это? Мы там ходим гулять. Ну, я вообще пойду в школу. А тут что он будет? А здесь он не может погулять? Здесь он не может здесь погулять? Есть такой? Я еду обучаться. Он здесь гуляет каждый день. Да. Я еду обучаться. Ты больше не будешь? Ты снимай свою. Так, тише, тише, тише. Ты закройся. Подожди, не надо. Сними свою. Оп, оп. Ты свою сними. Лиза, Лиза, ты у меня живота вообще. Да. Да. А ты наешься. Куда пойдем? Вот здесь какое-то гуечко такое. Грязное, да? А куда оно побежало? Оно грязное. Да, ржавое все. Садись на самокат. Да, таракан тебя схватит там. Запутал. А что ты их боишься? Они маленькие, а ты большая. Бля, ну что ты скажешь? Я вообще не люблю. Выгрыз. Вообще, а кто тебя спрашивает, что ты любишь? Вот, Саша с ним. Тебе надо постричься, Саша. Я буду сегодня бриться. Бриться? Тебе стричься надо, не бриться. Я буду бриться. Поднять тебя? Качать. Покачалась? Ой, какой у них кардиган. Вообще, ну качай. Сами качаются. Сами качаются, да. Не подходи, а то они тебя ударят. Они же, видишь, качаются и ударят. А там еще и лужи. Не ходи. Сами не ходи. А что мне не ударят? Ну, что мне не ударят? Куда ты идешь? Лизочек, лизочек. Красавица. Лизочек, лизочек. Посмотрите, какая я была маленькая. Да, так и видно, что лизочек. Вообще без копеек. Все равно. Без денег. Кто ограбил, у того деньги есть, а у бабушки нуля. Она грабила банку, купила на эту машинку. Да, марку 20 тысяч. Ага. Ну да.
А любишь ты такой стиль, да? Ну, такой шотландский стиль. Лизочка, что ты там делаешь? Играешься? В песочке играешь? Я делаю замок. Ты замок делаешь? Да. Как вы с Катей и с Ваней делали? Да. Завтра уже Катя приедет. Будете с ней опять замок делать? Да. С Ваней, да? Тань, смотри, она на песок села, ничего. Лиза. И сколько за сутки они берут? Они взяли 500. Ой, 2500. 2500? А есть 500. Ну там общее. Да, ну там 500. Ну все нормально. 300. Она сказала точно так же, как квартира, только другую. Ну, сейчас, как у нас общая. А вы когда приедете в Москву? Знаю. Там надо съездить, там Кинзания открылась. Для детей, там всякие аттракционы. Да надо посмотреть это. Я просто рекламу видел. Надо ее в зоопарк свозить. Она на Красной площади. Поедешь? Мы с Сашей были. Да, я когда поеду? Два раза. Да, только на праздник. Нет, извини меня, 12-го будет выходной. Ну что, а Гриша-то здесь? А Гриша уже выходить. Как Гриша здесь? Гриша на работу уже выходить. Когда мне выходить? 12-го, 13-го июня. Когда мне это 12-го, 13-го июня? А когда тебе выходить? Если у меня сейчас смена, блин, с 5 мая идет, что отпуск, а с 1 июня отпуск у меня идет по 15-го. Ну. Вот 12, 13, 14 приедешь, проводишь визу с Таней и выйдешь на работу. Зачем? За 6, так если у меня с 5 мая там идет отпуск смены, блин, на птичнике. Ладно, мы потом поговорим, ты мне всю голову забиваешь. Нет, в мае, закончится. Потом поговорим. Я тебе, мы про июнь говорим. Ну да, если ты, например, там один день, ну, один? 3 дня получается. 3 дня это с выходными, да? Там, по-моему, 13. А больше там по-любому. Еще, чтобы поехать, деньги нужно. Мы уже тут почти все деньги, там часть потратили, еще сейчас часть надо отдать Лизе за обучение в июле, 25 тысяч. Ну, Кате 50 всего тысяч, короче. И с чем мы поедем? Доллары потратим, да? Нет. Тортик делаешь? Как я хочу тортик, и я хочу. Я думала, мы заберем Марка, купим торт, вы придете с Лизой, там, не знаю, где-то, когда мы пришли, не знаю. Посидим, поздравим его. Да ты молчи. Опять я должна, что должна молчать? Что ты снимай вот свою. Да это Гриша. Это у тебя морда. Это все Гриша. И ничего не получилось. Ну, да. Это лучше лицо снимать? Ему там, ему еще лучше эта машина. Чтобы лицо снимать? Он не снимает лицо. Себя он снимает. А зачем? Любимая. Чтобы ты спросил. А чтобы я точки делаю. Ты хочешь спрашивать? Вот, так что.
Я тоже нет. Я даже ей писала. А, сегодня бонус. Хочешь? Мамка оформила себе такую карту. Пенсионную. Да? Я вот так точно сделаю. 5%. Так вообще один. Гляньте. А что ты, Саша? Да. От чего? Обнищал. Идут. Такие, да, и 300 рублей такие. Пошли сейчас с ним, ничего не подошло ему. Обошли в смысл. А сами пачки делать и убить. А те, которые вот такие, там только 42-й, 41-й, 42-й раз. А Женя сейчас тебе не откроет, если он спит, и будешь ты туда-сюда мотаться. Он не спит, он вчера лег 5-6 часов вечера. Он 9 проснулся, он написал. Я вчера съела. Лишит собираешь лишь. 6 часов вечера это. Говорит, мне не надо снимать. Потом мы просто не сети, и он сидел, что я стимулю, и я с 8 раз. И на спал ночью. Кто там? Лизочка. Прямо же зашатала ее. Иди, да не мешай, я уже снимал. Иди отсюда. Не порти кадр мне, блин. Ты сейчас получишь по заднице. Четырехминутное видео, приятно. Иди сюда. Ну, осталось только поздно. Хочет он с тобой. Я обиделся. Ну, когда у тебя, Лиза, закончится приготовление тортика? Скоро мы будем кушать тортик? Ну, да. Сейчас скоро, да? Какая она модная, лосины у нее. И чего только ничего. Моднячая? Ты сейчас полные тапки у тебя будут песка, а не с дырочкой. Я вижу салат. Салат? Я вижу салат. Она будет рисовать. Что ты будешь рисовать? Я вижу салат. Что мы с тобой рисовали? На школьном дворе, что мы с тобой рисовали? Вспомни. Ты помнишь? Домик. А ты рисовала солнышко, лучики. Помнишь? Цветочек рисовала. Я стукаюсь. Стукает. Саша, вот стукает лбом бабушку, да? Да. Больно. А ты сейчас скажешь Жене, а я потом... Ты захочешь домой? Я не будешь на людей. Включи у меня. У меня же телефон есть. Где моя банка? Ты же да, Дидина может нету дома. Можем на даче. Скорее всего, ничего. Не думаю, что ты будешь. Как правило, один раз едет, там делается. Вот эти. Не знаю. Гулять есть, потом не знаю, куда Лиза побежит. Куда она на дороге? А здесь нормально в тенечке, не жарко так, да? Mm-hmm. Нормально, mm-hmm. Хорошо. В Москве тоже сегодня 24-25 градусов. Да? Ого. Сань, что? Может, не пойдешь? Не дай, скажу. Ну, иди. Потом... Я не знаю потом, как мы потом встретимся с тобой. Мне тебе позвонить. Тебя может перевезти через дорогу? Да ладно. Пошли, я переведу. Вот, ты прикалываешься, сколько ему лет? Ну, уже 13 будет в ноябре. Когда ему хоть месяц остается, он говорит, мне еще нету 41. Мне уже 42 будет. Полгода, Саша, до ноября, это уже 13. Или я сказала... Но не в 12 лет же переводить дорогу. Ну, ты
декабре или в ноябре или за что 3 года. Он как закрыт. Каких ей 3 года? Еще 2. Саша, иди отсюда. Вам лицо осталось, да? Гриш, ну как с тобой поиграть? Что ты купишь? Ну я не играюсь, видишь, я сейчас занят, играю. О, боже мой. Ты с этими занятиями с ним пообщаешься. И занят, и Саша. Да, особенно тебя замучил.